1 июля. Не прошло и 12 часов с момента вступления в силу очередного хлебного перемирия. Но украинские войска поразили противотанковой управляемой ракетой машину-водовозку вооруженных сил ДНР, которая подвозила воду. Вы можете убедиться, что это визуально заметно, водяные баки в кузове машины. И никакой угрозы даже визуально украинские войска не могли подразумевать под этой машиной. Очевидно, что это не боевая техника и что в кузове не установлены огневые средства. Придется в других местах брать где-нибудь, ездить далеко туда. А далеко ездить уже не те года. Мне, например, 73-74 год пошел. Ну, в поселке мы за свой округ, за этот. У нас плохо, нет, питьевой воды совсем нет у нас. Спасибо командиру, спасибо ребяткам. Они дают, не отказывают. Дедушку то едет, он бетончик готовлю. И вот то он там берет, и нам это хватает на 3 дня там. Все. Раньше возила пожарка, а сейчас чего это не возят. А чего не возят, я не знаю. То есть только военные, да, сейчас? Да, только на военные.